Сегодня произошло происшествие, когда молодой человек бежал в алтарь, нанес ножевые ранения моим помощникам. Нужно сказать, что сейчас помощники находятся в больнице, и жизни ничего не угрожает. Хочу поблагодарить прихожан, сотрудников полиции, которые вовремя и очень оперативно прибыли на место происшествия. Прихожане помогли обезвредить нападавшего. Сотрудники полиции ведут сейчас дознание. Выводы делать какие-то преждевременно. Давайте дождемся уже результатов следствия. Мы молимся и о нападавшем, и о друг друге в надежде, что такие происшествия, такие нападения не будут и не должны происходить в нашем городе, в нашей стране. Мы готовились к службе, и молодой человек никак не примечательным видом просто бежал в алтарь. Поэтому молимся и о нем, и обо всех нас. Сейчас, сядь, сядь, сядь.